явилась здесь у нас. Позвольте поблагодарить вас за то, что вы поддержали инициативу Белорусской Православной Церкви, Синода о увековечении памяти первого патриарха экзарха всей Беларуси, высокопреосвященнейшего митрополита Филарета. Главная наша задача сейчас, чтобы дело владыки митрополита Филарета продолжалось, расширялось на белорусских землях, приносило добрые плоды во благо нашего Отечества и народа Божьего. Позвольте также вам передать в дар икону из личного архива преснопамятного владыки Филарета, икона, которая была привезена ему со святой земли. И, думаю, она будет вам тоже близка и дорога. А также икона, а также книга «Путь служения», которая была издана к 70-летию владыки. Что-то непосредственно при вашем участии проходило, а что-то еще будет общее. А вам, владыка, всем нашим священнослужителям, любимые цветы нашего митрополита. Спасибо вам и молодцы, что вы храните память ушедших. Будем мы помнить, будут и нас помнить. Александр, вы здесь также. Какое внимание к нашему родственнику, который служил в Белоруссии верой и правдой. И сейчас вы продолжаете его дело, потому что глава государства, который воспринял ту силу, которая была в нем, вы ее впитали в себя и держите Беларусь твердо и крепко. Примите от нас вот эту икону, написанную моим братом, тоже родным племянником владыки Филарета, вот, с надписью памятная, да. Храни вас Бог там многие богатые лета. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам.